опасные моменты первого тайма. Вот мяч был у Рамазана Гаджимурадова, который немножко не в ногу, не в так дал мяч Роману Мануйлову. Вот еще один опасный момент СКА Хабаровск, где Суслов отыгрался с Батютиным, но передачу Батютина на второй темп прервали казанцы. Вот удар Максима Мартусевича, с которым легко справился Юрий Дюпин. Дальше эпизод с ударом Владислава Брагина прямо про центр ворот. И вот, наверное, самый неприятный эпизод, так, наверное, точно самый неприятный эпизод первого тайма, где столкновение с Владиславом Брагиным, травму носа получает Дарко Евтич, который был заменен на Дмитрия Тарасова. Вот ему оказывают помощь. Еще раз здоровье, здоровье футболисту казанского «Рубина». Атаки казанского «Рубина». Абель Дгор замыкал подачу в штрафную на месте Владимир Сугробов. Удар Дениса Макарова. Вратарь переводит на угловой. И атака хабаровчан, где Дмитрий Барков отыгрывается и дает пас Владиславу Брагину. Еще один момент с ударом мимо Дениса Макарова. И попытка вывести один на один от корейского полузащитника Нэнбома Ивана Игнатьева. Удар Ивана Игнатьева, с которым справляется Владимир Сугробов. Теперь давайте посмотрим опасные моменты второго тайма. Их не так много, как хотелось бы, наверное, но они были. И главное, что главное, был забит победный гол. Вот опасный момент. Попытка удара через себя от Глеба Грачева. Удар Владислава Брагина. Было много фолов, особенно во втором тайме. Со стороны обеих команд. Вот удар выше ворот активного корейского полузащитника Хван Инбома. Он очень часто сегодня был с мячом и развивал атаки своей команды. Вот красивые кадры, моменты. Мы смотрим борьбы. Очень много было борьбы, особенно в центре поля. Андрей Батютин. Рамазан Гаджимурадов зарабатывает штрафной, который, в принципе, неудачно реализует. Вновь атака Хван Инбома. Оливер Абельдгор. И удар мимо ворот. Достаточно плотный, но проходит мимо ворот. Нарушение правил на Глебе Грачеве. Вот момент гола. Рамазан Гаджимурадов подхватывает мяч, обыгрывает двух соперников и бьет точно в девятку с линии штрафной. Автор победного гола сегодня, Рамазан Гаджимурадов, был выбран болельщиками СКА лучшим игроком октября команды. И, наверное, в ближайших матчах получит эту награду. Его поздравляют, он очень рад, ему удался проход. Хотя стоит отметить, вот поклон болельщикам. В стиле Тореадора. И вот нарушение. Вот недоволен Абельдгор. Нарушение Григория Труфанова, за которое он и казанец получают желтый. И тут же нарушение номер два. Вторая желтая и удаление центрального защитника хабаровчан. Опаснейший момент. Самый опасный момент был у Кирилла Климова. Он попадает в штангу после прохода на последних минутах матча. Это был действительно прям, ну, на 100% голевой момент. Но чуть-чуть мастерства не хватило. И вот финальный свисток от Павла Шадыханова из Москвы. Поздравляем болельщиков. Поздравляем СКА Хабаровск с выходом в следующую стадию. Поздравляем главного тренера Сергея Юрана с успешным выступлением.
победой казанского «Рубина». Вот обнимаются Барков, Гаджимурадов. Очень хороший настрой. Ничем не уступил Хабаровск сегодня грозному сопернику.